Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем продираться сквозь лаги с новым дополнением Overlord к игре Stellaris. В прошлой серии у нас стагнаты наконец расстагнировались, принялись отжирать территории. Тут Даару достается, вот, разрезали его пополам. Никак, правда, между собой они еще не законтачат, чтобы начать друг дружку месить. Ну и я под шумок дождался, значит, когда у нас закончится перемирие с Цвилли, и на них напал с целью их докушать. Но пока какие-то докушивания идет не очень, пока я тут анклавчик внутри себя дожевывал, они свой флот собрали, зашли мне в тыл через моего же союзника, через вассала, и начали тут отхватывать кусманы. Да еще и здесь вон прочесали, пользуясь тем, что я не успел сюда прилететь. Лаги продолжаются, отключение модов не решило проблему вообще никак, поэтому я тут решил воспользоваться еще одним советом в интернетах этих ваших и отключил музыку вообще полностью. Посмотрим, что сейчас с этого будет. Музыку, которую вы слышите, я просто наложил потом на монтаже, вот, а в игре ее сейчас нет. Ну, посмотрим, во что это выльется. Так, у нас здесь есть чувачок лишний, которого надо куда-нибудь засунуть. Давайте прикинем, куда мы его засунем. Можно опять же на Делкор, Грионис. Или на Грионис. Или на Делкор. М79-51. И там у нас эти артефакты. Артефакты тратятся. Так, а где у меня здесь вообще эти артефакты? Они здесь нигде не отображаются. Да, это надо, наверное, сюда идти. И здесь смотреть. 33 штуки. Ду-ду-ду-ду-дун. Ну хорошо. Так. Это у нас дрон следопыт. Подожди, он же должен давать. Отклоняет от нормы минус 20. Да, дает. Можно сюда. Грионис. Или же. Ну да, давайте, хорошо, Делкор отправим тогда. Веселить. Делкор. Отправка. Готово. И здесь мы тебя посадим, соответственно, следопыты. 63. Ну, такое себе, наверное, решение. Ладно. Так, я хотел еще вот что. Я хотел глянуть, что у меня с указами. 192 из 155. Ладно. Тогда воспользуемся тем, что у меня дохрена вот этого богатства. Ну как тоже дохрена? Это ж теперь ежемесячный расход. Это не дохрена. Фактически я могу кристаллические сенсоры врубить, а нахрена дальность действия сенсоров, это не то, что прям вот очень критично. Экзотические газы, переформирующие газы, тоже не вариант. Блинки вообще, вот черт. Перераздел, расчистка препятствий. Блин, мне бы вот это вот включать, урон оружия, орудий, а оно все, и усиление щитов. Ну, либо пока на время войны пойти в минус. А давайте, бог с ним. Минусанемся пока. Хотя, конечно, ну, в принципе, да, энергия у меня пока в плюсе, пока эти цивили еще не кончились. Да, можно попробовать. Давайте, боеприпасы. Кинетическое оружие, взрывчатка, взрывчатое оружие. Ну, сейчас посмотрим пока. Главное, фокусирующие кристаллы. И субсветовая скорость тоже, да. Вот так вот включим и посмотрим, что из этого получится. И еще я хотел... Так, голову за Зарклану я, конечно, все слил, все эти флоты, блин.
спящих империй, да? Молодец я какой. Перфоратор реальности. Значительные боевые преимущества. Перезарядка идет. А где, когда она закончится? Я не вижу. Вы видите? И я не вижу. А он есть. Так. Субсветовая скорость плюс 25%. Блин. Ну хорошо. В принципе, мне сообщение-то появится когда. Так, ну и, собственно, да, с вот этой веселухой, то, что мне тут, понимаешь, вторжение устроили. Значит, этот флот, который прыжок делал, он почти восстановился. 3 дня осталось, это сейчас быстренько. Поэтому мы его оставим здесь для разборок. А, кстати, кстати, вот еще что. Как у нас? 39 тысяч, твою мать. Что ж так цены-то подскочили внезапно? Ну-ка, может, я все-таки могу с кем-нибудь поторгать? Неужели все меня так сильно ненавидят? Нет. Кроме моих вассалов. Вассалы со мной дружат. Хотя вот Ранзар еще ничего. Ранзар. Ну да, Ранзар. Все по нулям. А кроме Ранзар, все остальные империи. Да где же вы есть-то? Вот. Минус 69 минимум. Охо-хо-хо-хо-хо. Так, ну давайте посмотрим, что за Ранзар. Вы, наверное, очень маленькие. 5 планет. А где вы есть? Вот они. Ну... Есть у вас сплавы? Вообще, в принципе, нет у вас сплавов. Нет у вас сплавов. Ну хорошо, может, на Тванкан все-таки как-то согласится со мной поторговать. Минус-то есть, конечно, но ну, уже минус 200. Вряд ли они согласятся. Шиш мне. Шиш мне. Так, а кто еще? Ну, хоть кто-нибудь. Вот это, конечно, да. Минус этого долбанного союза. По-моему, я могу ошибаться, но мне казалось, что в самом начале еще, когда только появились спящие, да, добавилась вот эта вот тема, союз, можно, который создавался, он создавался новый. Полностью, не на основе какого-то существующего альянса, а новый. Но это, по-моему, очень быстро убрали, и, на мой взгляд, совершенно зря. Если, конечно, меня не глючит, и я ничего не путаю. И действительно было так. Так. 14 тысяч. Да, хорошо. А что ты хочешь? Нет, это мы сейчас в минус пойдем. Энергии я тебе не дам, зато могу дать товары массового спроса, которые тебе нахер не упали, да? Минералы, полагаю, тоже. Абсолютно причем. Энергии тебе... Зараза, вот оно у него есть, но он мне не даст, потому что ему не надо. Ах ты ж падла такая волосатая. Придется из этих вот залезать. Так, пылинки. Ну и тут я больше 1000 не дам, извините. В принципе. Ага, а больше и не надо. Ну-ка. Вот так. Вот так. Давай. Так, скорость немножко прибавим. Ну, нет. Отсутствие музыки никак не сказывается на лагах. Оно вон даже скорость меняется медленно. Так, да, значит, возвращаясь к нашим баранам. Сейчас мы здесь этот флот пойдет дальше зачищать системы. Быстренько тут ураганчиком пронесется. Выбьет все базы, чтобы больше
чтобы никто, чтобы никогда. Так. А ты... Ну, я рискну. Я рискну оставить Орваль здесь один, потому что надо и сюда. И ты, соответственно, тоже возвращаешься. И здесь вы соединяетесь. А потом вместе идем бить вот сюда этих товарищей. Так, а наземный у нас здесь стоит без приказов. Его надо отправить вот сюда. Вот. Да. Можно было бы, конечно, прыжок, но наземный как раз я не тороплюсь. Ладненько. Тогда сейчас я, опять же, для ускорения процесса поставлю это дело на паузу, пока кораблики куда-нибудь все прилетят, долетят, и продолжим с того места. Так, ребятки дохромали. У меня тут открылась новая традиция. Добиваем упорство. Собственно, да, скорость строительства в оборонительных войнах. И скорострельность на пределах наших границ увеличена. Хорошо. Берем и, собственно, проект Колосс надо, чтобы джиггернаут можно было делать. Вот. Да и вообще, Колосса тоже желательно сделать. Так, сплавов пока война надо немного, ну, в смысле, надо много, поэтому я их пока тратить не буду. Так, здесь у нас блюпринт. Ты, да, продолжай развлекаться. Парочку систем отжал. Дальше работаешь. Здесь ребята тоже встретились. Сейчас Апекс дочинится, чуть-чуть осталось. А я пока хочу посмотреть, что у нас вот с этими ребятами есть. С анклавами наемников, про которых я забыл. Кстати, космические базы у меня тут поджимали. У них флот они заслали, можно нанять, да, но не могу. Но я, их покровители, хотим рассмотреть другие возможности. Отозвать флотилию я не могу, потому что они ко мне не очень хорошо относятся. Нейтрально могу поделиться с ними технологиями, а могу вот этот вот пункт. Хотим, чтобы вы помогли создать нам более многочисленную флотилию. У меня сейчас лимит 764. Я так понимаю, что за 1000 энергии 500 сплавов я расширю как раз лимит. 764, да, договорились. И вот. Вот мне не дали. Лимиты не поменялись. А что тогда? Ну хорошо, давай, допустим, я там поделюсь с ними технологиями. Получу плюс 15 отношения. Технологии раз в 10 лет. Ну хорошо, давай. Дадим. Какого рода логистические услуги? Так, попросить наемников о помощи с линиями поставками и увеличении вместимости. Так, а что тогда вот этот пункт дает? Ваше пожертвование позволит нам расширить... А! Им увеличить лимит. Блин. Понятно. Какого рода логистические... Добавлен модификатор. Так, вместимость флотилии плюс 15%. Понятно. Ясно. Понял. Буду знать. Ну что ж, прикольная вещь. Жаль, я с ней раньше как бы не работал, не обращал внимания. Так. Там кто-то у нас продолжает развиваться. Флотилия завершила так свою прокачку. А это у нас кто и где? А, это Блю как раз опять тут наш синенький развлекается, базу зачищает. Щпок. Дальше полетели. Падла это. Чует. Чует, что я тут делаю. Поэтому начинает свои флоты собирать в кучку. То есть я... Вот как с ним быть, да? То есть у меня сейчас два флота силой, грубо говоря, 120. Так почему ты все еще здесь висишь? Ты у нас вообще кто? Корвет. Класса Конквейер. Корвет. 28 из 27, 19... Вот. Че ты там висишь, спрашивается. А, он уже и так идет. Хорошо. То есть, если...
он придет на помощь своими 95 тысячами, то у него будет перевес. Здесь 75 и еще 9. То есть по одному я их могу разбить, но только по одному. Либо ждать, пока они дойдут до Стебнара, но они сюда могут и не прийти. А пойти, допустим, вот сюда, на Адар. А на Адаре, кстати, у нас военную базу я разобрал. Здесь просто флот. В Исус они точно не пойдут. Оно им без надобности. Хотя здесь 52 тысячи, да. Куда идем мы с пятачком? Никуда, нет, куда-то идет, направо. Сюда, в Талан. А вы уходите. Так, хорошо. Предположим, это шанец. Здесь слишком долго облетать, к сожалению. Поэтому я вот так попробую его догнать. А, ты не уходишь, ты в гиперретранслятор идешь и прыгнуть можешь куда угодно, да? Я не вижу у тебя приказов твоих, неизвестно, да, не вижу. Чё? Кто вторгается мне? Так. Цивазия, мерзавцы и злодеи. Испорченность дронов на планете Цивазия. Господи, это что это? А, это вот это вот. Какая прелесть. Угу. Тут вообще всего два дрона сидит. Три. Прим-пум-пум-пум-пум. Ну ладно, пока оставим как есть. Цивили рано или поздно кончатся, и бунтовать они тоже перестанут. Так, а здесь что у нас? А, это я вторгся. Понятно. Хорошо. Зачищай. Ага, сюда они пошли. А отсюда куда? Не ясно, но через ретранслятор прыгают, значит, скорее всего, сюда Фиорус будут отбивать. Угу. Прибавь ходу. Ну, прибавь ты уже ходу. Так. Вылезли. 33 тысячи. Зараза такая. Какие они жирные все-таки оказываются. Воевали с этим Естуном, и, блин, все равно жирнее. Чем этот Естун занимался все это время? Че так долго? Прибавьте ходу, попуки. Отлично. Молодцы. И... Ага, вот так. Теперь сюда. И далее везде. Давайте. Быстрее. Так, один прыгнул. Они уже тоже упрыгали. А, на соединение пошел, сукин кот. Не хочет. Не хочет помирать. И смотри, как лагает, а. В конце дня. Угу. Упирается. Hostile fleet assets engage. Хотя. Ну-ка, может этот зажать получится. Так, надо продать минеральчики. Planetary invasion alert. Malignant atmospheric incursion detected. Да, этот куда-то ускакал. Нормально пошел процесс. Они сами на меня напали, что ли? Ну, нехай. Как же медленно идет игра. Ну, может, все-таки на третьей скорости побыстрее, а?
туда вторгся. Так. Угу, отбил. Молодец. 3,5. Все. Сплавы опять закончились. Ой, какие же вы медленные. Ой, какие же вы медленные. Что же вы еле ползете-то? Вообще буквально пешком идут. Это они с ускорением 25%. Это титаны так медленно ползают? Это из-за титанов у меня такая хреновая скорость? Отбился. Прикиньте. Отбился. Вот ему и вторжение. Хе-хе, обламинго. Так. А моя армия? Не густо, кстати, тоже осталось. Но процесс идет. Так. Здесь захвачено. И последнюю систему. Все, и больше здесь флоты вылезать не будут. Слава тебе, Господи. Хоть и этот вопрос решили. Ну, ждем тогда, пока доползут. Так, долетели. Сейчас будет историческая встреча на Эльбе. Два моих флота на 120 тысяч против его одного на 90. Так, я, наверное... Тут еще 13 и 13. Я, наверное... Вы же наверняка не успеете. Пока долетите, да, все кончится. Давайте-ка, знаете, что я сделаю? Я отключу вот это вот. Может быть, у вас хватит ума... пойти грохнуть вот эти 18 тысяч. Так, и здесь джиггернаут вылез. Но я закончил. Ура мне, я закончил с этим конклавом. Все, здесь флот этих баз больше нет, поэтому можно поставить его сюда в Орваль. И тут уже тогда джиггернаут не пройдет. Ну что, они уже прыгают. Я здесь встал в обороне. И понеслась. У них ослабление после прыжка. Я на это очень рассчитываю. Молодец, титанчик. Хорошо жахнул. Куда надо, главное, жахнул. Да, скорость понизим. Как оно долго думало. Сорок тысяч осталось. 37. Еще один. Титаны наконец-то начали стрелять куда надо. Прям удивительно. Planetary invasion alert. Surface control has been compromised. Так. А это... Ага. Второй заход. Со второго захода они таки взяли там планету. И не попал, да? Только я их похвалил, как они решили начать сливаться. Ну что ж, этот флот я уничтожил, но мне досталось от души. Красиво, красиво. Готово. И получен еще восстановление, бонус. Угу. Так. 62 тысячи вернулось, да? А где у нас, собственно, извините, статистика? Вот она.
Вимол станция. Почему форпост к ним перешел? Непонятно. Ну, блин, вообще я ожидал больших результатов. Хотя потери тоже небольшие. Так. Хрена лысого они решили поменять. Продолжают двигаться за мной, да? Нахрен вы мне здесь сдались. Так, полтус 60. Давай ты, наверное, сюда грохни этих придурков. Ты тогда сюда. Вот так вот вас разделим. Где наша армия? Здесь еще надо, блин. Сейчас попробуем. У меня на Делкоре армия висит. 63-51. Ну-ка, может здесь поселение, деятельности в поселениях, единство цели, господство, коллективное рассуждение. Я не вижу от армии. Значит, наверное. Сейчас посмотрим. 51-63. Погрузить всех. Загрузились. Да, меняется. Ну окей, тогда ну давай, да. Прыгай. Далеко, да, не допрыгиваешь. Тогда сюда. Нет приказов. Да ёперный бабай-то, шо ж ты... Так, а потом тебя... Сюда. Да. Так, и ещё мне нужен... Где у нас... Здесь... Научный корабль. Уничтожили мне таки тот кораблик, всё-таки. Так, хорошо. Второй флот, я так понимаю, ну, чисто теоретически он, конечно, мог здесь сдохнуть, но, скорее всего, он просто улетел. Вот сюда вот, и здесь... Да, вот он, 75 тысяч, блин. А вот вдвоем с Джаггернаутом они могут пробить 100 тысяч. Оборона получается. А, Фионус полетел какой-то. Ух, заразы. Как-то так, я опять, блин, с паузой, с отключенным микрофоном вещал. Блин, никак мне, не поговорю свои проблемы в этом плане. Так, здесь все, все, здесь закончили, замечательно. Да иди, возвращай нас сюда. Успеет ли? Нет, конечно, вряд ли он успеет. Черт побери.
Ну, этот компьютер меня, конечно, удивил вот этой своей тактикой переброски войск туда-сюда, с одного фланга на другой. Уж не знаю, с чего он так начал себя классно вести. Смотри, да, полетели на Адар, так я и думал. Так, а что у нас с Орвалем, кстати, в плане обороны? Вообще можно добавить? Ой, как много можно добавить. Ну, только не на что. Опять тогда в торговлю. На этот раз надо поискать кого-нибудь другого. Вот вы, допустим, Бругана, не хотите со мной поторговать с плавами? Есть ли они у вас вообще? Нет, не хотят. Подозрительность. А что на рынке, кстати? Может, на рынке цены упали? Да! На рынке цены упали. Во! Упали цены на рынке. Рваль. Может, конечно, и вонку поставить, но... Нет, давай-ка лучше... Вот это вот настроен. Вот так вот. Блин, раньше надо было это делать, все, я опять забыл про все вот это вот. Прибавьте ходу, пожалуйста, товарищи. И чё ты сюда прилетел? Вот нахрена ты сюда прилетел? Ой, еще хуже стало. А это продолжает следовать за мной, твою дивизию. Что ж вы издеваетесь надо мной? Вот как, насколько умнее стал играть компьютер за врага, вот, и настолько же тупым осталось поведение союзников. Так, ты назад полетел. Вы решили вернуться, да? Клав наемников выплачивает дивиденды. Вот, вот когда нужен флот, они не дают его. Зараза. Ага. Ты уже здесь. Стоять. 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 Как он шустро скачет через гиперретрансляторы. Каким макаром он это делает? Это чит. Эльврата, понятно. Это не чит, это эльврата. Быстрее будет. Я надеюсь, что так будет быстрее. Иначе мне достанется. Вот теперь эти 13 пригодятся. Давай, 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 давай. Где? Адар. Шестнадцать, восемнадцать. Блинский блин, чуть-чуть же не хватает.
Ну, прыгай же ты уже. Ой, он только подлетает. А здесь уже пошла разборка. И огребать буду я, потому что эти на 13... Ты смотри, что сделали, а? А, нет, ползут. Мне показалось, они там зависли. Давай, выходи из прыжка. Во, ну наконец-то. Мочите козлов. Нет, наверное, все-таки я чуть-чуть ускорю, а то это, ну это вообще слоумо какое-то началось. Ну пипец. Оптимизацию они, конечно, сломали к ядрене фени. Опять по корветам стреляют титаны, блин. Куда-то они начинают сваливать резко, когда их бьют. Я никак не понять не могу, куда и зачем. Ну да, потрепали неплохо. 37 осталось всего. Странно, такое ощущение, что разрядников у меня там один или два, не больше. А у титаны бьют чаще, или разрядники теперь совсем плохо видно. Эти лучи. Сдох собака, наконец-то. Вот этого я нахлобучил неплохо. Ну и меня он потрепал изрядно, а мне восстанавливаться не на что. И здесь творится... Трэш и угар, да? Угу. Так. Где у меня мой... Да ёперный карась, что ж так долго мотается-то? Все медленно стало в этой игре. Ужасно просто. Так, на 45 тысяч. Ты догоняй эту скотину, он меня задолбал. Ты, как и планировалось, продолжай зачистку территории. Ну а здесь остается один джиггернаут на 53 тысячи. Нет, в одиночку он не справится. Ну что ж, продолжаем. Пока здесь куда-нибудь чему-нибудь не придет. Хотя можно, конечно, посмотреть, как эта сволочь убивает мою базу. Собственно, он ее уже убил. А лимит у меня, по-моему, так ощущение только увеличился от этого. Интересно. Ладно. Ну, в общем, так. У них, получается, флот пока отсутствует. То есть у них сейчас из ударных только джаггернаут. Вы там войну им объявить не хотите? Нет? Это черки. 138 тысяч. А, это черки. А чё, ни хрена, это вы уже здесь? А хрен ли вы здесь забыли? В другом конце галактики. Ну, кыш отсюда. Идите там, это, в свой двор выпендривайтесь. Ну, ладно. В общем, сейчас это я буду тогда потихонечку восстанавливать. Ну, наверное, есть смысл тоже, наверное, одним флотом отсюда зайти. Или тут как раз понадеяться на черков, что они их тут подожмут. Зачем они вообще сюда прилетели? Какого хера? Ну ладно, будем разбираться. Текс. Значит, добил я этот флот, который от меня сбежал. А теперь у меня этот кораблик идет сюда на Орваль вместо синего, который сейчас отгребет от джиггернаута.
а этот здесь все зачистит и пойдет с этой стороны хулиганить. Ну, давайте посмотрим, как тут. Я, правда, успел здесь, слава богу, базу уничтожить до того, как Джиггернаут вторгся в систему. А, нет, ты смотри, я его убил. Я его таки убил. Вот я молодец. Круто. Круто. Что ж. Тогда совсем другое дело. Я наменял аж 40 тысяч сплавов у ребяток одних. Так что у меня сейчас сплавы есть. Все, куда ты собрал? Ты задрал меня. Ой, как ты меня задрал. С этими эльвратами стой. И здесь лечись хоть с самоходом. Нет, вот здесь. Не вздумай мне тут, блин, прыгать туда. Вот с военными вообще непонятно, что делать. Как им запретить, блин, прыгать через этот? Так, и у меня есть 14 тысяч, да? Значит, есть повод, так сказать, вот. У меня здесь есть местечко. А, ну это какая-то отстойная база. Где она у нас? А, это вот здешняя. Базы надо тоже прорядить будет, а тут что-то их тут дохренища. Тало. И все заняты строительством. Блин, ну ладно, тогда придется подождать. Подождать, пока они достроят корабли. Продолжаем здесь планетки поджимать. Кстати, да, я здесь зачистил. У меня тут кто-нибудь остался? Никого. Как они так быстро здесь заселиться успели и разобрать всех моих дронов? Вообще никого. Она сейчас исчезнет. Я этого хочу? Я этого не хочу. Так, это у нас Кин-Аби. Давайте туда кого-нибудь закинем. Хоть бы отсюда. Нет, не отсюда. Где-то у меня тут была. Вот, одно место всего. Давайте отсюда. Кин-Аби. Вот. Допустим, дрона обслуживающего. Вот, закинем. А то ж прям сейчас последнего этого цвели сожрем и кирдык планете опустошится. Так, хорошо. Значит, это я отжал обратно. Вот у нас уже здесь 20 тысяч. Восстанавливается база. Потихоньку у него остались только огрызки его флотов, но зато двух. Поэтому надо все-таки с двух сторон будет. Ладненько, тогда я опять же продолжаю поджимать вот это вот все. Возвращать эти территории. Ну, здесь все будет просто. Так, ты у нас тогда... Иди, наверное, следом вот за ним. Там системка у нас одну... Тоже надо будет отжать. Так. Ну, в чем дело-то? А почему ты не хочешь следовать-то? Уклонение, бля. Понятно. Понятненько. Ну, а остальные у нас тогда займутся. Где у нас остальные? Вот они тут, остальные тоже фигней страдают. Да, продолжаем тоже захватывать. Потом все это надо будет еще как-то переработать. Кстати, надо генерала посадить. Какого-нибудь урон. Урон морали. Урон. Ну, давай урон. Урон так урон. Все. На этот раз действительно сцевели. Все, черки тут, блин, с этой стороны пошли жрать. Кстати, кого? Кого пошли жрать-то? Хавариггу. Лигу Хавариги. Так, ну а там, да, у меня все. Народ бунтует. На захваченных территориях. Его можно понять. Но цевели в этом плане чем хороши? Они перерабатываются в труху, поэтому их становится все меньше, и они перестают бунтовать.
С другой стороны, жалко, конечно, что мой супербонус плюс 2000 к энергии так потихоньку тоже весь закончится. А еще, наверное, кстати, можно уже и отключить вот эти вот указы, потому что основную их военную мощь я разбил. Да, будем копить дальше. Это все-таки наш актив для торговли. А, да. Дождем. Вот, Горионис. На Горионисе у нас строительство завершено. Но здесь я построить колосса не смогу, потому что нужна сборочная верфь колоссов. Вот, давайте вместо гидропонных отсеков ее здесь построим. Вот. И сделаем себе джиггернаут. С другой стороны, да, мне бы еще... где оно есть? Дозорную станцию докачать бы, да? 10 тысяч. У нас опять же на рынке 20 тысяч. Дорого. Но уровень разведки повышать не надо. Давайте я все-таки бахну. Так, Виссанду теократию уничтожили. Будьте бедные. Так, а еще, кстати говоря, что-то... Да, я же не обратил внимания. Точнее, я обратил внимание, но не озвучил. Я же это, вот этой системе у Поула, у Цивели, захватил здесь аж два этих самых. Научный комплекс. 330 каждой науки. Да еще и плюс 15 темп исследований. И художественную мегакомпозицию. 15% блага и 315 единства мне добавляют. Вот, так что это неплохо, но с другой стороны, я по-прежнему в жопе по победным очкам, аж на 13 месте, а между тем год окончания игры 2550, напоминаю, то есть мне осталось меньше 100 лет. Хотя вот серию мы практически закончили уже сейчас, осталось совсем чуть-чуть, если не будет никаких эксцессов, я включусь только на финальное доедание. Прошел год. Я же начал в 66... Даже не... А, нет, подожди. В 65-м 2 года прошло. Ну, в общем, да. Времени осталось немного, но из-за этих лагов играть мы его будем долго. Так, ну что, собственно, Цивели потихоньку заканчиваем. Осталась у них последняя планета. Вот, процесс на нее уже пошел. У меня тут, правда, не очень большая армия, но... Там еще сверху бомбардировщики помогают, так что должны сейчас забороть. И осталось тут вот раз, два, три, четыре системы. Ну, вот это вот останется по итогам у них. Ну, вот это, тут через черков не пройду. Это пискиперы сюда тоже залезли. И сюда. И вот это... системка, все. Еще они каким-то макаром хитрым выделенным закинули мне вот сюда свой флот из двух, по-моему, крейсеров. Отжали две системы, мне пришлось сделать тут три крейсера, и чтобы они тут шухер навели. Вот. И тут тоже планету, эту станцию отбили, но планету, конечно, захватывать было нечем. Вот. В общем, Цивели как цивилизация прекратила свое существование фактически. Ну, остались тут просто вот слезы, да, какие-то. Сюда я тоже вот этот Кусман все-таки отжал, потому что здесь нарисовались мои вассалы, захватили часть, потом встряли, здесь осталось 3 или 4 системы. Я просто прыжком сюда прыгнул и отбил их обратно. Лоскутное тут одеяльце такое. Вот. Ну, пока, в общем-то, сойдет. Я его... Это тоже их же Кусман. Там какой-то, блин. Это не мое государство. Я не знаю, что там за государство. Вот. Базы я немножко поперестраивал. Но они тут, как видите, в основном у них были вот здесь, вот в этом месте. Не столько базы, сколько орбитальные кольца. А их нельзя сносить. Вот что. Недостаточек такой. То есть я могу их только перестроить или еще что-то сделать, там понизить уровни и так далее. Но вот оно есть, и снести его нельзя. Неудобно, это они зря. Так, чё, как там у нас прогресс-то идет? Да закройся ты, господи.
Да, добиваем. Чудесно. И все. Да, звездное государство, ранее известно как Цивели Деворес, было уничтожено врагами. Как это повлияет на политический климат галактики, пока не ясно. С учетом того, что мы их тут еще опять обсуждать взялись, да, ну, резолюция все просто слетела. Хорошо, а здесь у нас, кстати, что нам здесь достается? Мега-верфь. Чудненько, чудненько. А здесь врата есть. Как интересно. Гиперретранслятор. Я не врубаюсь вот в эту фигню. Почему не... где-то он обозначен? Он же не только здесь есть. А, он отдельно стоящий обозначается. То есть, когда сеть есть, он не рисуется. А если он отдельно стоящий, то пишет, что есть гиперретранслятор в системе. Сол вернул. Ну, в общем, вот это вот я все тоже, конечно, заберу обязательно. Так, тебе некуда, да? У меня кончились. А, проект Колосса надо исследовать. Господи, я-то все думаю, откуда он... Куда он делся? Забылся я уже, как эти делаются все. Так, а где-то у нас тут... Ну-ка... Ментальная подпространственная навигация. Давай-ка сюда. Вот эти две системки надо будет исследовать. И, соответственно, захватить. А это да. Это пусть... Блин, слушай, а тут две планеты было. А, планеты и орбитальное поселение. Ну, а эту территорию тогда там отожмут. В общем, все, кончились. Цивели, сожрали мы пожирателей. Хотя погода мне это не сделает. Ну, чуть-чуть я поднялся. До первой строчки так никак не доползу. Отношения... Ну, хоть с вассалами все в порядке. Отношения по-прежнему, в общем-то, с галактикой так себе. Не любят меня в галактике. За что, главное, я понять не могу. Вот, ну вот, вот допустим, вот что вы на меня осерчали? Вражда у нас. Что у нас тут? Ну что? Что? Дипломатический вес. Отправили посла портить отношения. Они отправили посла ко мне портить отношения. Зачем? Что я вам сделал? Минус 358 уже. Трение на границе. Закрыли границы. Соперник. Это они меня соперником объявили. Я не стал их объявлять. Взаимные угрозы плюс. Соперничать с союзниками. Ну и все. А портится там. Ну почему? Ксенофаги. То есть с чего они меня объявили соперником? Вот это вот все. Закрыли границы. Вы тоже закрыли границы. Я все действия делал в ответку. Не знаю. Не знаю. В общем, редиски они все. Черки тут прям разошлись. И я вот сейчас немножечко не врубился. Вы, ребят, между собой-то разбираться-то будете вообще, нет? Варенхевен, ну и где? Что-то пока как-то незаметно их желание воевать. Вроде как они объявлены, но вот по идее, я думал, сейчас они вот у них есть место соприкосновения, валили бы там друг друга. Нет, они аж сюда залезли теперь, у меня тут на границе. Я, правда, планирую эту ельбарасту сдать. Так, а еще, кстати говоря, где я видел-то еще что-то такое красивое было, я прям даже и не понял, что. Точнее, я догадываюсь, что это, но пока не вижу. Ладненько. Так, здесь, кстати, базу, да, продолжаем строить. Будет защита. И надо будет тогда в следующей серии заняться, в общем-то, внутренней политикой. Как-то что-то с этими планетами сделать. Как-то, ну, во-первых, проинспектировать их все, провести аудит, так сказать. Вот, а потом уже, значит... Куда-то дальше что-то с ними там делать. Вы двое давайте, наверное, где-нибудь встретитесь и объединитесь. Хоть бы и здесь. Вот, ну а эти системы все тогда подберем, соберем и пристроим к делу. Вот.
Ну и в следующей серии, значит, у нас будет тогда мирный, так сказать, вопрос. А дальше, блин, я не знаю. Вот дальше это становится моей проблемой. Я, конечно, могу попробовать, так сказать, из-под тишка начать делать гадости всем своим врагам. Кстати. Зато, кстати, я флот могу настроить. Ой, я могу настроить флот. Да, они изрядно наваляли. Я имею в виду спящие. Вот этим вот всем галактическим силам. Так что да, проведем аудит. Примемся отстраивать флот. Благо пока, ну, тысяча. Я только хотел сказать, что сплавы есть. А сплавов-то и нет. Джиггернаут, кстати, где-то строится. Вот он сейчас достроится скоро. Нет, это крейсер у нас кто-то где-то подстраивает. А, ой, не скоро достроится. Ну, в общем, да, подстроим флот. Ну и решим, что делать дальше. А эта серия на этом тогда все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Вазде или Трово, подписывайтесь на мой канал и там. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.